Огромное спасибо команде. Молодцы, старались. Огромное спасибо всем, кто готовил команду. Тренировки были достаточно серьезные, усиленные. Прикладывали максимальные усилия. Спасибо министру внутренних дел, дал возможность хорошо готовиться. Команда была готова и морально, и физически. Мы, конечно же, не могли посрамить ведомство и приложили все максимальные усилия, чтобы быть как минимум вторыми. Я уверен, что в следующем году мы покажем результат не хуже, а даже и лучше. Команда Министерства внутренних дел в Лыжне занимает призовые места. И сегодня мы заняли второе место. Команда, как никогда, наверное, Министерство внутренних дел в этом виде спорта показала действительно командный дух. Я всех коллег от всех поздравляю. Так держать и только вперед.